Всем привет, друзья, на канале Мусалим. Outlander в работе. Жидкие подпилки делаем. Обрабатываем все арки вот таким вот образом. Значит, данный материал у нас служит шумопоглотителем внешним от дороги. Также работает как антикор, то есть не скапливается никакой влаги, грязи, не отваливается он кусками. Толщина нанесения около 2-3 мм. Время выполнения данной процедуры 3 часа. Ну а полное высыхание где-то 24 часа получается. Небольшие примерчики покажу вам на колокольчиках, которые один обработанный, а второй нет, данным материалом. То есть вот таким образом это все, в общем, глушится. Никакого запаха не появляется в автомобиле. И, конечно же, штатные локеры мы проклеим вам в подарок вот таким вот образом. По всему периметру у вас штатный подкрылок. И данный материал, он убирает шелест, то есть биение, шум песка, камней, воды по подкрылку. Это все уходит, убирается. Все, мы приступаем к сборке. Всем спасибо. Пока-пока.